Всем привет! Я Вита, и вы на канале Дащеньки. Мы все выращиваем на компостных кучах кабачки и тыквы. В этом году я посадила на компостную кучу огурцы. По какой причине? У меня все засажено, у меня просто не было места. Подружка дала маленькую-маленькую рассадку. Только семидольки лишние остались. Говорит, ну посади куда-нибудь. Я посадила. С прошлого года у меня было очень много черных мешков с полуразложившимся компостом, не разложившимся, корни, трава, земля где-то. И чтобы был бы какой-то порядок на участке, я купила в садоводческом магазине вот такой вот такие вот плотные мешки. Вот он, этот мешок. 267 литров. По объему, на мой взгляд, даже больше, чем... Ну да, по сути дела, больше, чем 200-литровая бочка. Очень плотный. И сгрузила в этот мешок полностью все свои вот эти вот разложившиеся, не разложившиеся мешки с компостом. И посадила огурцы. Посередине у меня сейчас здесь кабачок. Вот уже тут завязи пошли. Огроменные листья. Да? Изначально был огурчик. Но у меня был такой совсем заморыш кабачок. Я решила его посадить. От семидолек до сегодняшнего дня. Сейчас скажу. Ну, 4 недели, все-таки не 3. И посмотрите, какие мощные огурцы. Так, здесь, наверное, вот, сантиметров 60, и все в завязях. Мощные. Вот еще. Пошли завязи, массово завязи, очень сильные, очень крепкие, очень здоровые. Вот, посмотрите. Вот эти огурцы ничем не удобрялись, растут на чистом компосте. Вот такая вот большая плеть. Вот эти пойдут на забор. Остальные пока будут свисать, пока места хватит. Но не хватит, выдеру кабачок. Сегодня 4 июля. Огурцы сажать еще можно, они вырастут. И если у кого компостный ящик открытого типа, смело можете посадить огурцы. У меня такое впечатление, что у меня здесь на улице, на этой компостной куче, будет лучше урожай, чем в теплице. А как? Я их сажала, мне помогала моя соседка Жанна. Какого размера рассадка за 4 недели выросла. И главное, что я сюда добавляла. Смотрите дальше. Подписывайтесь. Как обещала. Да, сейчас.
так. Вот. Пожалуйста, ты просил эти штуки? Тебе эти штуки? Ну, пока, да?